Так, производим контрольное взвешивание нашего урожая. Вот. Риши. Честно говоря, я не помню даже сколько там блоков. Нужно будет посмотреть видео и сосчитать. И вот видим, что приблизительно, ну там блоков, например, где-то может быть 20, но не больше. Это прошлогодичных еще блоков. На них мы собрали вот такое количество риши для приготовления настоек. Ну, скажем, я не помню, там, по-моему, небольшое количество идет, там грамм этих сухого вещества гриба на там на пол-литра или на литр водки. Какое-то количество там в граммах, там 50 грамм, по-моему, где-то на литр. Ну, как вы понимаете, сами рейши имеют такую древесную структуру, они очень довольно-таки тяжелые грибы. Поэтому, если взять вот такой вот мешок, то там фактически этой настойки можно будет сделать, наверное, литров 50. Так что можно вылечить целый поселок. Вот такая история о рейше.